В эфире канал «Россия Вести», Карачаево-Черкесия, в студии Ашимес Пхешков. Добрый вечер. Коротко о главном. В День России глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел торжественную церемонию награждения государственными наградами. 20 юных жителей республики получили паспорта граждан Российской Федерации лично из рук главы Карачаево-Черкесии. 60-метровый российский триколор пронесли по мини-Арбату Черкесска. Песни и танцы – все в честь Дня России. В поселке Новокарачаево завершился чемпионат России по борьбе на поясах. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 27 регионов страны. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании по строительству школ в СКФО, которое провел председатель правительства России Дмитрий Медведев. Напомним, в конце мая вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство России инициирует отдельную программу строительства и ремонта школ в регионах Северного Кавказа. Она пояснила, что проблема нехватки школ для округа стоит остро из-за большого количества детей. Сейчас в России началась реализация программы масштабного строительства и реконструкции школ. К 2025 году количество школьных мест должно увеличиться на 6500. Накануне страна отметила один из главных своих праздников. В Карачаево-Черкесии праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, начались с церемонии награждения во Дворце культуры Черкесска. Глава республики Рашид Тимрезов вручил государственные награды жителям республики за особые заслуги в сфере искусства и литературы, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, строительства, социальной защиты, культуры, связи, транспорта, юриспруденции и экономики. Глава Карачаево-Черкесии подчеркнул, что в такой важный государственный праздник, День России, получение звания за заслуги перед Отечеством особенно символично. В День России в торжественной обстановке Рашид Тимрезов вручил 20 школьникам республики паспорта гражданина Российской Федерации. Приветствуя детей, глава отметил, что верит в их будущее, что надежды, возлагаемые на их близкими, обязательно оправдаются и станут гордостью своей страны, своей семьи, своей фамилии. Ну а после получения своего первого в жизни документа виновники торжества в неформальной обстановке за чашкой чая пообщались с руководителем региона. Они поделились с Рашидом Тимрезовым о планах на будущее. Также глава республики ответил на все интересующие вопросы школьников. Абсолютно убежден в том, что вы такие красивые, симпатичные, умные, образованные дети станете гордостью нашей республики, гордостью нашей страны. В разных направлениях, абсолютно уверен, что здесь в будущем будут и представители и науки, и культуры, и спорта. Но самое главное, все вы будете делать для того, чтобы наша родная республика, конечно же, наша Родина, были все сильнее и краше. Во всех городах и районах Карачаево-Черкесии свыше 23 тысяч человек приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню России. На мини-Арбате столицы глава республики поздравил жителей с этим праздником и вместе со школьниками, получившими паспорта, принял участие в росписи стены граффити. Фатима Даурова подробнее. День России – такой праздник, что даже граффити на стене только подчеркивает эстетику торжества. Глава республики вместе с молодыми людьми, распылив баллончик с голубой краской, символом чистого неба над страной и республикой, оставил первым свой личный автограф. Жители и гости Черкесска стали свидетелем того, как под звуки торжественного марша был внесен 60-метровый российский триколор на улицу Первомайская, а юные артисты Дома детского творчества в стилизованных костюмах представили яркие номера. Росиночка, Россия, родная ты моя, Росиночка, Россия, родная ты моя. Для каждого из присутствующих, подпевающих хору, своя Россия – родная страна, за которую болеет сердце и чувствуется гордость. Всех жителей и гостей республиканской столицы с праздником поздравил глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Он отметил, что многонациональная Карачаево-Черкесия отмечает свое 25-летие. И у нас мирно живут и работают люди-труженики, которые уважают свое прошлое и строят свое будущее, прекрасно понимая, что вместе мы – один могучий российский народ, что дружба наша
наших народов – залог стабильного, сильного государства, имя которому Россия, сказал в своем выступлении глава. Своим патриотизмом поделились с нами и пришедшие на праздник. Как вы относитесь к этому празднику? Положительно. А как вы его будете отмечать? Мы гулять, отдыхать. Что вы можете пожелать нашей республике в такой день? Ну, самое главное, всем мира, добра, и чтоб войны не было. А как собачек зовут? Митя. Митя тоже с праздником? Он всем добра желает. С семьей будем отмечать на природе. И что попозже вы, чуть. Что вы чувствуете сегодня? Я чувствую радость за свою страну, за свой дом, за свой благополучный, уютный дом. Я считаю, что Россия – это наш большой дом. А мы, наша Карачаево-Черкесия, в этом доме чувствуют себя уютно. И что вы чувствуете, присутствуя здесь, отмечая вот такой праздник? Ну, я согласен с тем, что таких праздников должно быть много. И эти праздники всегда укрепляют дух людей. Развлекательные игровые программы и народные гуляния продолжались до самого вечера. Первомайская заполнилась людьми и российским триколором. Люди пришли отметить самый главный праздник страны – День России. Сейчас только что состоялось торжественное открытие этого праздника. Вечером население республики ждет еще один сюрприз – самый главный праздничный концерт. Фатима Дорова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 12-15. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, а днем 20-25, выше нуля, местами до плюс 28. А в горах ночью плюс 5, плюс 10, а днем 14-19 градусов тепла. В Черкесске днем небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, плюс 14, а днем 25-27 градусов тепла. В честь праздника, который отметила вся страна, в Черкесске на улице Первомайской был организован концерт. Жители и гости столицы республики увидели выступления известных артистов и коллективов Карачаево-Черкесии. Свои лучшие творческие номера, пришедшие на праздник, посвятили Лидия Луценко, группа «Джигитей», «Абазги», «Ачар Миримкулов», «Руслан Качиев», ансамбль «Казачья воля», трио из Малокрачаевского района, Аурика Динаева и многие другие. Со сцены прозвучали патриотические народные песни. Для меня этот праздник, он очень многонациональный, и поэтому я хочу поздравить всех с этим праздником, потому что Россия, она объединяет всех, все национальности. Знаете, это как бы чувство единения, чувство радости. И дай Бог, чтобы мы вот как одна семья жили в этой России, чтобы мы были только счастливы, и не было войны, это самое главное. Я в первую очередь поздравляю, естественно, нашу республику, поздравляю всю нашу огромную, великую Россию с этим прекрасным днем, Днем России. Пожелать прежде всего, банально, но все равно здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Пусть те шаги, которые ведут к величию нашего государства, достигнут своей апогеи, и наша страна будет самой-самой лучшей в мире. В поселке Новый Карачай завершился чемпионат России по борьбе на поясах. В течение двух дней около 300 сильнейших борцов из 27 регионов боролись за победу. Ведь каждая завоеванная медаль дает шанс на участие в чемпионате мира, до которого остается всего лишь месяц. О победителях и соревнованиях расскажет Ахмат Халкевич. После парада и торжественного поднятия государственных флагов России и Карачаево-Черкесии к участникам и гостям чемпионата обратился глава республики Рашид Тимирязов. Хочу вам всем пожелать успеха, чтобы победил сильнейший. А вас, дорогие гости, хочу еще и заверить в том, что и жители республики, в том, что мы все делаем для развития спорта, массового вида спорта, физической культуры, и будем продолжать в этом направлении работать.
Борьба развернулась бескомпромиссно, ведь на чемпионат России съехались только сильнейшие борцы. Каждому спортсмену нужно только золото соревнований, потому как в состав сборной России, которая будет выступать на чемпионате мира уже в июле, войдут исключительно победители. Наши ребята отборолись на уровне, мы рады, и потому что все вот титулованные спортсмены России выступали здесь. Спортсмены Карачаева-Черкесии с первых же схваток показали серьезный настрой. И наша республика сразу же выбилась в лидеры по числу завоеванных медалей. Одним из первых золото в весовой категории 68 килограммов завоевал Мурат Татаркулов. После трех победных схваток в финале наш земляк вышел со своим давним знакомым из Татарстана Динаром Каримуллиным, которому уступил на недавнем Кубке России. Мурат признается, что для него было принципиально взять реванш. В финале было чуть тяжело, конечно. Для этого я этих финалистов на Кубке России проиграл. Ну, готовился именно для этого человека, чтобы выиграть. Приятно, конечно, порадовать своих друзей, близких, родных, родителей. Вот из-за этого было, конечно, чуть-чуть тяжело, чтобы проигрывать. Сильно не хотелось на родине проиграть. Да. Практически в каждой схватке была упорная борьба. Даже действующие чемпионы уступали свой титул более молодым, но уже перспективным спортсменам. А еще конкурентную борьбу усилил и лично руководитель региона. В честь 25-летия республики глава Рашид Темрезов учредил денежные призы по 100 тысяч рублей победителям во всех весовых категориях. Первый день соревнований чемпионата России по борьбе на поясах продлился до самого вечера. Мужчины боролись в 7 весовых категориях, а девушки в 5, в которых наши спортсмены завоевали 3 золотых, 2 серебряных и столько же бронзовых медалей. Примечательно то, что все 3 спортсмена, завоевавшие золотые медали, из поселка Новый Карачай и воспитанники спортивного клуба «Аккала». А еще они и однофамильцы – Татаркуловы. В весе 68 и 75 килограммов золото завоевали Мурат и Азамат. А в весовой категории 82 килограмма также стал чемпионом еще один Мурат Татаркулов. Серебряные медали у Алибека Хапаева и Эльдара Тахтаулова. Бронзу завоевали Арсен Муссалаев и Канамат Чотчаев. Во второй день чемпионата спортсмены из Карачаева-Черкесии были представлены во всех 7 весовых категориях, которым удалось выиграть еще 2 золотых и 1 бронзовую медали. Чемпионами стали Артур Байрамуков и Расул Шидаков, а бронзу завоевал Тимурлан Тибуев. Ахмат Халкечев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Руководство прокуратуры Карачаево-Черкесии активно поддерживает развитие физической культуры и спорта. Это показала спартакиада, которая проходит уже во второй раз. Соревнования проводились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол». За состязаниями сотрудников прокуратуры наблюдала Алла Динаева. Сегодня они не в прокурорской форме, а в спортивной одежде. Ведь собрались сотрудники ведомства во главе с прокурором республики Александром Терещенко и министром спорта Рашидом Узденовым для участия в спартакиаде. Это инициатива всего коллектива. У нас спортивный коллектив. Люди с энтузиазмом поддерживают все спортивные наши начинания. Более того, сами ходатайствуют и просят о их проведении. Потому что, наверное, работнику прокуратуры иногда надо отвлечься, где-то вот, в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, выплеснуть все свои эмоции на площадке, вот, ну и тем самым получить удовольствие. Прокурор республики Александр Терещенко – чемпион по баскетболу Воронежской области. Он имеет первый взрослый разряд. Играл и в хоккей, и в футбол. Для него и всего коллектива прокуратуры игра в футбол имеет важное значение. Недавно они участвовали в турнире в Калмыкии и выиграли у всех команд. Только с хозяевами турнира сыграли в ничью. Гордость коллектива и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Азамат Утаров. А в республиканской олимпиаде они продемонстрировали спортивные возможности в прыжках с места, подтягивании на перекладине, отжимании, челночном беге и перетягивании каната. Лично я участвовала в таком виде, как отжимание от пола. Не скажу, что я показала лучший результат, но насколько было это возможно. Но тем более, что специально для этого я не готовилась, для этого вида соревнований, отжиманий. Но, тем не менее, все весело, задорно, всем нравится. Спорт что для вас значит? И вот сегодняшний день для вас праздник? Да, конечно, это праздник, поскольку данное мероприятие уже входит в традиции органов прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики. Я очень первый раз в этих мероприятиях участвую, поэтому мне очень отрадно, что и все мои сотрудники, и коллеги
заняты этим мероприятием, поскольку мы достаточно серьезно готовились, потому что поддерживать нужно было и дух победы, и дух соревнований. И он меня стимулирует, и меня, и моих сотрудников всех, и в том числе и на хороший образ жизни, и на хорошую работу. Участники «Спартакиады» показали хорошую спортивную подготовку. Победителей наградили кубками и дипломами. Алла Динаева, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. В завершении выпуска информация для жителей Зеленчукского района. Компания «Газпром Газораспределение Черкесск» сообщает, что в связи с проведением плановых ремонтных работ на газораспределительных станциях в Зеленчукском районе 14 и 15 июня будет приостановлена подача газа потребителям с 8 до 17 часов. Это вся наиболее важная информация, подготовленная нашими корреспондентами к вечернему выпуску «Вестей». Прямо сейчас смотрите сериал «Любовь плюс». Ну а я благодарю вас за внимание. Пусть в ваши дома приходят только добрые вести. До встречи.